В Урае прошел необычный кулинарный мастер-класс для девочек, девушек и женщин с ограничениями в здоровье. Это часть большого проекта «Красота без границ». За 2 месяца участницам предстоит пройти 1,5 десятка самых разных тренингов. Кулинарный урок стал первым из них. Шеф-повар показал, как правильно готовить известный итальянский десерт тирамису. Так, например, крем нужно взбивать в миксере на маленькой скорости, иначе он получится неоднородным. Тирамису – это крем. В переводе с итальянского «вознеси меня». То есть это что-то нежное, что должно поднять настроение, бодрость духа. Торт – это уже такие современные вариации, кому, допустим, охота, чтобы вот порезать и подать кусочек на стол. Вообще это крем. Крем с замоченным печеньем в кофе. Мне очень безумно понравилось, это необыкновенно завораживающе, все интересно, главное, не сложно, вкусно, легко и доступно просто.